Всем огромный привет! Предлагаю вам сегодня вместе со мной приготовить такой замечательный салатик с фасолью. Делается он просто, быстро, получается очень вкусно. Оставайтесь со мной и начнем готовить. Для этого салата я беру одну банку консервированной красной фасоли. Сюда же добавляю 4 отварных яйца. Измельчаю с помощью яйцерезки. Можно просто нарезать кубиком. Берем 2 отварных моркови и потрем на терке для овощей по-корейски. Натертую морковь перекладываем в салатник к остальным продуктам. Сюда же добавляем мелко нарезанный зеленый лук. Сюда же через пресс выдавливаю 3 зубчика чеснока. Сюда же добавляю мелко нарезанный укроп. У меня замороженный, можно взять свежий. Салат солим по вкусу. Для заправки я возьму 4 столовых ложки сметаны. И 1 чайную ложку горчицы. Все хорошенечко перемешиваем. Если хотите, можно заправить просто майонезом. Но этот салат у нас получается без майонеза. Вкусный и полезный. Все хорошенечко размешиваем. Вот такой вот вкусный, полезный и достаточно быстрый салат получился. Приготовьте именно так, уверена, вам понравится. Всем приятного аппетита!